С апреля текущего года пенсии по государственному пенсионному обеспечению увеличены на 1,5% с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. В первую очередь речь идет об индексации социальных пенсий и военнослужащих, а также пенсий инвалидам и участникам войны, родителям погибших военнослужащих и жителям блокадного Ленинграда. В Чувашии пенсии по государственному пенсионному обеспечению получают около 27 тысяч человек. Средний размер социальных пенсий увеличился на 113 рублей и составил 7 700 рублей. Пенсии детей-инвалидов с детства первой группы составит 12 100 рублей. 30 800 рублей составит в среднем пенсия участников Великой Отечественной войны после прибавки в 213 рублей. В Чувашии средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составил 12 800 рублей. В результате повышения социальных и страховых пенсий ежемесячные расходы на выплату пенсий в республике с 1 апреля возросли почти на 10 миллионов рублей. До конца года на 100 миллионов рублей. Всего же в текущем году на пенсионное обеспечение жителей республики будет направлено 59 миллиардов рублей. Пересмотрены размеры федеральной социальной доплаты неработающим пенсионерам. Она выплачивается до уровня регионального прожиточного минимума и составит 7 720 рублей.